Что я ела за один сошачек, или почему здесь генетика не при чем? Поехали. В комментариях часто люди пишут, что мне очень повезло с генетикой и у меня супер шикарный метаболизм. Но это не так. У меня обычные родители, все мы склонны к полноте. И раньше я сидела на различных диетах: то на гречке, то на яблоке, то не ела после шести, ходила постоянно в спортзал и контролировала свой вес, потому что легко набирала. Но все изменилось ровно в один момент, и вы ни за что не догадаетесь в какой. Да, когда я родила, как только я стала мамой, я перестала набирать вес. Теперь я ем все, что хочу, когда хочу, вообще не задумываясь об этом. Имею супер шикарные волосы, здоровую кожу, прекрасную фигуру. Да, будет так всегда. Надеюсь, этот вопрос я раскрыла.